Йоу, здравствуйте, с вами Максимадзе, и сегодня мы будем смотреть телефон Nokia 100. Короче, Nokia 100 это упрощенная версия Nokia 101 из предыдущего видео. Дизайн абсолютно идентичен, разъем под карты памяти только нету. Ну, карты памяти здесь никакого, здесь плеера даже не имеется. В общем, пластиковый такой вот корпус, телефон выпускался в двух цветовых решениях, это синий и розовый. Но еще было два дополнительных цвета, это серый и голубой. Пластиковый корпус, задний динамик, сверху фонарик, разъем под зарядку, под наушники. Ну тут расколотили, увы. Отцу на работу отдавал этот телефон. Сегодня вернули обратно. И вот, пока отец в отпуске у меня был, на работе, телефон-то на работе там остался, кто-то там расколотить вот это успел. Как по мне, это серьезное повреждение, надо менять корпус, ему придется полностью. Только где же ты такой корпус достанешь? Если вы знаете, где можно купить, если вы в Новосибирске, если вы знаете, где можно купить корпус для Nokia 100 новенький, и именно синего цвета, оригинальный, то пишите в комментариях. То я нигде не смог найти корпус соответствующий. Ну, блин, вот расколотили. Вот как обидно, блин. Ладно. Давайте про это пока забудем. Ну, блин, про это сложно забыть. Давайте откроем телефон. У него такая же удобная клавиатура. Отдельная. Открываем. Здесь аккумулятор BL5C у меня стоит. Но по умолчанию в коробке идет аккумулятор на BL5C, B800 миллиампер. Здесь миллиампер тоже 800, но BL5C бывает и на 1020 миллиампер. До 35 дней в режиме ожидания должен тянуть. Здесь одна сим-карта просовывается туда. Nokia 101 была с двумя сим-картами, здесь одна сим-карта. Давайте включим наш телефон, проверим. Кнопочки удобные. Кстати, передаю привет своему однокласснику Павлу Гладышеву. Так как этот телефон я впервые увидел именно у него. Этим телефоном он пользовался года 3, наверное. Может и 4, не знаю. Вышел телефон в 2011 году. Уже давно не выпускается. Здесь такая вот прошивка, тут стоит вторая. Я расскажу немного попозже о прошивках и чем уникальные свои прошивки тут. Так, сейчас, секунду, предупреждаю, все включено. В общем, мне даже захотелось такой телефон, я купил его себе, как потом. Сейчас у него сенсорный, естественно. Давайте пройдемся по меню. У нас тут оператор, часы. Здесь у нас по меню сообщения, контакты, журнал вызовов, настройки, часы, радио. Без наушников не работает. Памятки, игры, дополнительные функции, меню сим-карты. По функциональности этот телефон является, можно сказать, аналогом таких моделей, как 1616 или 1800. То, как функциональность идентична здесь абсолютно. Давайте сообщения, сообщения, ну, чатик он даже есть, графические сообщения всякие. Тут контакты. Тут в 101-м Nokia можно было не только скопировать, но и переместить. Здесь можно только скопировать. Непринятые вызовы, всякие вызовы. Настройки. Параметры двух сим-карт нету, в отличие от Nokia 101. Ну, потому что здесь одна сим-карта всего. Так, мелодии. Мелодии здесь те же самые, что и в Nokia.
101. Но некоторые чуть-чуть отличаются. Тональностью. В некоторых местах. Динамик достаточно громкий. Давайте посмотрим из-за AAC, чего тут у нас есть. Тут Nokia 101, кстати, была еще здесь, в отличие от Nokia 101, мелодии не все. Здесь нету мелодии Ala Blaster. Между Urgent и Titanix мелодия Ala Blaster еще там находится. Здесь нету ее почему-то. Есть одна прошивка какая-то левая, непонятная, которая... в которой есть мелодия Ala Blaster, но из игр там только змейка была. В той прошивке. Только змейка, больше ничего. Настройки дисплея у нас тут есть темы. Тема 10 выглядит вот так. В третьей прошивке она поменялась. 11 тема, 12, 13. Такие вот темки. Давайте поставим первую. Тут вторая, третья. Давайте третью поставим, мне кажется, она очень хорошо идет. Давайте на все режимы. Режимы у нас тут, настройки часов, все такое. Часы, говорящие часы тут есть. Прикольная функция. Радио без наушников, как сказал, не работает. Памятки. Можно памятки, говорящие часы поставить, напоминания. Игры. Самый интересный раздел для ребенка. Здесь из игрушек у нас есть Forbidden Treasure, скрытые клады, Vacation Solitaire, пасьянс, косынка и всем нам известная змейка. На первой прошивке телефона вместо Vacation Solitaire была игрушка Bones, тот самый известный мячик такой, платформа, аркада. Мне она, кстати говоря, нравится больше, чем Vacation Solitaire. Но потом мы вот, видимо, решили вот тут Bones. Игры, по сути, те же самые, что и в Nokia 1616. Там был Bones, скрытые клады и змейка. Вот видели, что это как-то неправильно. И решили Vacation Solitaire заменить на Bones, заменить на косынку. Ладно, давайте начнем. Скрытые клады. Это такая бородилка, по сути. Уровень первый. Ну тут, короче, вот такой вот шахтер. Тут у него дворец, он спускается, надо огонька опасаться. К сокровищам вот всяким прорываться. Блин, огонь сжигает сокровища. Все, уровень первый пройден. Давайте еще один пройдем и хватит. Тут на 100 баксов увеличивается с каждый уровень. Ну, в общем, поубивать время в этой игре можно. Игрушка тут так себе. Так, сердечки прибавляют здоровье, если здоровье полностью... Блин, как же жалко все-таки эту трещину. Повреждение. Давайте теперь... просто попробуем проиграть. До конька доберемся. И проиграем, все здоровье потеряем. Так, огонечек. В Nokia 101 были игры из общих игр. Только змейка была. Шахтер, кстати, похож на чувака из Майнкрафта. Сейчас проиграем. Зал славы. 25 уровень максимальный. Хотя я один раз до 28 даже доходил.
карточная игра Vacation Solitaire. Но эта игра не такая интересная, как Bones, который в первой прошивке был. Так, это не работает. У моей одноклассницы, бывшей подруги еще. Подруга она мне до сих пор, но одноклассница уже бывшая. У нее был Nokia 100 розового цвета, и у нее там была первая прошивка, и там был Bones, мячик. Был, я в него играл, там, по-моему, до 4 уровня только дошел. Далеко я не прошел, потому что нас было много, а телефон обычно вытаскивал кто-нибудь один. А поиграть хотелось всем. В общем, короче, это косынка такая. Ну и всем нам любимая змейка. Давайте сыграем чуть-чуть. Тип игры, компания. А давайте классический возьмем. В прошлом видео про Nokia 101 мы компанию с вами играли. Теперь давайте просто классический. Чуть-чуть погоняем тут. В Nokia 101 было 6 игр. Бич ралли, судоку, змейка. Три музыкальные игры. Music League, Skateboard Master и Tone Wizard. А здесь игр всего 3. В общем, такая вот змейка. Теперь перейдем к дополнительным функциям. Это калькулятор. Калькулятор простой. Он умеет умножать, вычитать, складывать и делить только. Конвертер. Величину можно создать свой собственный конвертер. Давайте я вам покажу, как. Например, сделать название все. Час. Исходные единицы у нас. Час. Единицы результата. Секунды. Коэффициент 3600. Давайте теперь. 2 часа это 7200 секунд. 6 часов 21600 секунд. В одном часе. Ну, в общем, можно 5 своих конвертеров создать. Есть тут еще несколько конвертеров. Так, расход. В первой прошивке он назывался учет. Там можно, короче, список свой составить. Достаточно интересная вещь. Таймер, календарь и секундомер. Фонарик. Фонарик включается вот так вот. Фонариком можно что-то, в принципе, осветить. Память 500 контактов. Максимум тут можно. Ну, мне столько не надо, у меня от силы максимум 15, наверное, контактов. В общем, такой вот телефончик на звездочку к радио переходит. Но радио без наушников не работает. И наушников у меня нет под рукой. В общем, такой вот телефончик, он довольно простой. Стоил, я его покупал в Евросети за 90, за 990 рублей всего, недорого. Так себе. Короче. Пока, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, я не настаиваю. Всем пока, с вами был Максимально.